Вы только посмотрите, кто притаился в баскетбольных джунглях. Главная команда страны выходит на охоту за Кубком мира. Взгляните на этот окрас. Поперечные полосы на форме образуют узнаваемый издалека узор. Несмотря на его яркость, он служит надежной маскировкой хитрой натуры. В Китае основная популяция отправилась вместе с молодыми особями. Но эту стаю точно не стоит недооценивать. Тигры не охотятся на других хищников до тех пор, пока неприятель не вторгнется на территорию их обитания. Но если это произошло, тогда габариты противника не имеют значения. Каждый готов вступить в бой. У наших вожаков есть опыт поиска нестандартных решений. У новичков самоотверженность в борьбе за мяч. А вместе это цельная команда, которая непобедима, когда едина. Вперед, Россия!